Так, всем доброе и пасмурное утро, господа. Вы на канале Евген Дру. Рад вас всех, ребятки, видеть сегодня с самого утра. Блин, а вы знаете, а получилось у меня вчера все-таки с айфона передать на свое Xiaomi видос. Ну, блин, я не знаю, друзья, как там по качеству. Вот, напишите в этом видео, в комментарии, как по качеству вообще. Нормально получилось или нет. Я сегодня решил выбрать вот так прогуляться. Говорится, немножечко пройтись с утра пораньше, потому что нас на работу вызвали. Работы много, дел много, надо дела делать. Вот, тюльпанчики. Я вчера жене такой букет замечательных тюльпанов надыбал. Класс, вообще бомба. И начать, кстати, друзья, я хочу свое видео с того, что хочу поблагодарить одного человека. Я вчера, конечно, был приятно удивлен. Вот, я не буду говорить имени этого человека, но я думаю и уверен, что он меня смотрит. И я хочу его поблагодарить. Ну, конечно, не надо было, но ну, спасибо огромное. Вот также, ребят, спасибо всем вам, что вы проявили актив в комментарии. Это видно. Спасибо вам за теплые слова. Вот. Всегда, говорится, приятно о себе что-то хорошее слышать. У нас сейчас, друзья, время 6 утра. Вот. Погодка, конечно, сами видите, пасмурно. Ожидается сегодня в 7 утра дождик. Честно, уже настолько надоел этот дождь. Не дает ничего сделать. Ни картошки досадить, ничего, блин. Вот мы одну сетку картошки посадили на доме под молодую, и все. По обстановке, ребят, ну что я могу сказать? Ночь, слава богу, конечно, слава богу. Ну, я, может, конечно, не слышал, может, крепко спал, но слава богу, прошла тихо, спокойно. Вот. Без взрыва, без ничего. Обычно, знаете, говорится, боишься не дня, боишься ночи. Потому что ложишься спать и не знаешь, проснешься ты завтра или нет. Ну, сегодня, слава богу, все нормально было. Вот наши коммунальщики наворотили кучу мусора. Листвы никто не убирает. Ну, ладно, в принципе. Удобрение для земли, скажем так. Блин, не боятся люди так на ночь машины оставлять? Я скажу честно, у меня было... Куда ты перебегаешь мне дорогу? Не надо мне, черная кошечка. Иди своей дорогой. У меня была раз такая ситуация, друзья. Тоже вот так вот оставил. Ну, это было, наверное, я не знаю сколько. Может, лет 8 назад, 7. Тоже оставил свою машину под окном. Поставил, закрыл, все. Вот, а я на первом этаже еще жил. На утро просыпаюсь. Сажусь в машину заводить. Думаю, странно, масса что-то нету. Зажигание не включается. Открываю капот. И я, ребят, скажем так, офигел. В общем, у меня не было ни аккумулятора, ни верхней крышки клапанов. Ну, короче, весь верх сняли. Видно, их что-то спугнуло, что они не успели снять головку. Ну, короче, полинял я тогда. На сколько? Тысяч, наверное, на 6 точно полинял. Вот так, оставил на одну ночку машину. Я теперь все, зарекся, сказал. Не-не-не. Так, ладно, друзья, подхожу к остановке. Сейчас уже скоро будет мой автобус. Так что, ребят, не падайте духом. Все будет. Когда-то у нас в этой жизни будет все. Конечно, вопрос только когда. Но я думаю, в скором времени уже разрешится. Все. Всем пока, я думаю, сегодня еще увидимся.